Всем привет, друзья! Ну что, усаживайтесь поудобнее. Сегодня мы с вами будем обсуждать новинки из магазина «Светофор». В этот раз я была в магазине по улице Московская, поэтому давайте посмотрим, что же тут интересного. В большом количестве привезли гель для рук антибактериальный за 148 рублей. Написано, что убивает практически 100% микробов. Объем флакона 500 мл и имеет он удобный носик-дозатор. В составе спирт не менее 70%, что очень важно. Как всегда, в большом количестве гели для стирки Ленора, порошок чистящий сорти, средства для мытья посуды, капли, о которых я вам подробнее рассказывала в предыдущих обзорах. И в этом магазине тоже есть в продаже новый детский шампунь от производителя «Весна» с экстрактом календулы. Объем 500 мл, стоит 66 рублей, также с носиком-дозатором. Еще для деток появилась в продаже жидкое детское мыло, которое подходит для деток от 0 лет, то есть с рождения. Фирма-производитель «Солнце и Луна». Данное мыло полностью прозрачное и не содержит в составе красителя, а также парабена. В составе есть фитоотвар и мыло полностью гипоаллергенно. Цена 50 рублей за объем в 500 мл. В предыдущем видеообзоре я вам показывала вот эти корзинки, и в большом количестве их именно в белом цвете завезли в магазин по улице Комсомольская. И сейчас я вам покажу, какие размеры бывают этих корзинок и цены. Маленькие корзинки по 125 рублей, а большие по 179. Еще одна полезная новинка для дома, для дачи – это обеденный стол на металлокаркасе. Называется он «Стандарт», размеры 1 м на 59 см и высота 76 см. Стоит он почти 1500 рублей, и да, я цены округляю. В каждом комплекте столешница упакована в отдельный картон и дополнительно к ней приклеены скотчем металлические ножки. Также вы можете видеть на фотографии, как этот стол выглядит в действительности. Также в предыдущих видео я вам показывала откидные столы, которые сейчас пользуются популярностью. При помощи них организуют дополнительное рабочее пространство на кухне, на балконе, на даче, и вещь эта действительно хорошая. И посмотрите, одна из упаковок была открыта, так что мы с вами можем, как говорится, пощупать и поближе посмотреть на эту столешницу. И по качеству исполнения мне этот стол понравился, выглядит вполне добротно. Новые наборы пластиковых контейнеров за 99 рублей. В наборе 2 контейнера объемом 2 литра. Прекрасно подойдут для хранения сыпучих продуктов. Продаются в двух цветовых решениях с голубой крышкой и с зеленой. Имеют легкий скошенный угол, на котором, я так понимаю, есть отверстие, чтобы открывать и закрывать эти емкости. Товаров для дома в магазине очень много, и советую вам посмотреть видео, где я показывала самые интересные и полезные товары для организации и хранения, которые вы можете найти в магазине «Светофор». Упаковка детского мыла кускового за 38 рублей. В упаковке 5 брикетиков весом 75 грамм. Мыло хорошее, проверенное, с экстрактом алоэ вера. Из посуды, из тарелок пока явных новинок нету, но зато в большом количестве эти тарелки в черном и белом цвете с геометрическим рисунком. Наборы салфеток, тряпок из микрофибры размером 30 на 30 сантиметров, стоят они 28 рублей, представлены в основном вот в таких сочетаниях цветов, голубой, зеленый и желтый. Также имеется набивной рисунок, как будто термотеснение, и тряпочки мягкие, я думаю, хорошо ими будет вытирать пыль. Насчет впитываемости пока сказать ничего не могу. Стеклянная форма для запекания от фирмы Marinex. Это бразильское производство. Раньше такие формы продавались прямоугольного вида. Подходит для всех типов варочных панелей, газовых, индукционных, электрических. Можно запекать в духовке, можно замораживать. Стекло жаропрочное, толстое. Мне очень понравились по качеству эти формы. И многие покупатели тоже их рекомендуют. Стоят они 254 рубля.
Наборы фанерных разделочных досок в комплекте 3 доски размером 30 на 18 сантиметров, 25 на 18 и 25 на 15. Стоит 68 рублей и в комплекте треугольная лопатка. Также одна из досок имеет гравировку при помощи обжига лазером. Наборы ковриков для ванной комнаты и для туалета стоят 260 рублей. Сейчас они представлены только в коричневом цвете. Раньше продавались в голубом и в зеленом. Коврики изготовлены из обычной ковровой дорожки. И с обратной стороны у них прорезиненного основания нет. Удлиненные шорты для мальчиков, состав 100% хлопок, украшены термоаппликацией. Расцветки серые, темные, темно-серый, а также цвет хаки. В большом количестве детские кеды на мягкой подошве стоят 233 рубля. Расцветки разные, размеры тоже, в основном, конечно, на подростков, но при желании можно найти и маленькие размеры. Сейчас я вам быстренько покажу все основные модели, которые представлены в магазине. Как всегда, в большом количестве продаются махровые полотенца, которые уже давно зарекомендовали себя с хорошей стороны. Сейчас они продаются в синем цвете, в цвете фуксия, бирюзовые, а также бежево-коричневые. Бязевые комплекты белья продаются, полутораспальные комплекты, а также двуспальные. Цены также можете видеть на экране. Появились интересные расцветки, мне понравились. И тоже постараюсь вам показать поближе самые яркие расцветки, которые есть в магазине. Плотность 125 грамм, как заявляет производитель, но на вид смотрится не сильно рыхло. Как всегда, в большом количестве спиртные напитки, но подробно на них останавливаться не буду. Паштет, изготовленный из гусиной печени, стоит 20 рублей. В составе также есть лук и морковь. Фруктовые пюре-перекусы в индивидуальной упаковке стоят 42 рубля, продаются в таких пакетах, называется это десерт. В составе нет сахара, представлены они с двумя вкусами, это банан и яблоко, и со вкусом тропических фруктов. Очень вкусные суфлейные батончики за 132 рубля, покрытые белым и черным шоколадом. Я пробовала, мне действительно понравились, и внутри также есть начинка. Такие же вкусные оказались крекеры с луком за 38 рублей. Они как маленькие батончики, либо семечки. Действительно чувствуется аромат лука, они слегка соленые, но есть у них один недостаток. Оторваться от них просто невозможно. Снова появились в продаже бисквитные рулеты, на этот раз со вкусом вишни, стоят 35 рублей. Также из вкусняшек посмотрите, какие интересные печенья я нашла. Они продаются двух видов, посыпанные какой-то крошкой. Написано, что они с начинкой, и даже на одной коробочке я нашла разломившиеся печенье, и там действительно видна начинка. Производитель — Тамбовская область. Пакетированный чай Кертис классический, черный, 109 рублей за 100 пакетов. А также новый черный чай листовой рассыпной, 98 рублей за упаковку в 400 грамм.
Кофе МакКофе в мягкой упаковке, сублимированный за 122 рубля. А также хочу вам посоветовать данные конфеты под названием Никея. Они правда очень вкусные, со вкусом козинаков, а в составе есть арахис. Мягкие, приятные, если купите, я думаю, не пожалеете. Плавленый сыр «Президент» за 56 рублей в треугольничках с разными вкусами. Есть мясо на гриле, и это новинка, также со вкусом сыра чеддер и обычный классический сыр. От брянского рыбокомбината «Океан» появились салаты. И этот салат называется «Селедка под шубой», 300 грамм, вакуумная упаковка и выглядит вполне-таки аппетитно. В большом количестве привезли свежую капусту по 16 рублей. Качанчики маленькие и в основном они все зеленого цвета. Кастрюли из нержавеющей стали объемом 4 литра 300 мл с крышками. Очень хороший универсальный объем, крышка прозрачная. Выглядят кастрюли действительно хорошо, подходят для всех типов варочных поверхностей. Ну и стоят эти кастрюли по 500 рублей. Мои любимые приправы трапезы на второе пополнились новым вкусом под названием «Сочная курица с чесноком и травами». Стоит 20 рублей за пакет. Многие зрители интересовались, есть ли в продаже удобрения. Да, сейчас в большом количестве привезли удобрения по 40 рублей за пакет. В основном это удобрение под названием «Осеннее», которое вносится под перекопку огорода. Поэтому, наверное, самое время уже запасаться таким удобрением. И также суперфосфат двойной, который подходит для всех типов плодово-ягодных культур. Большие сумки из полиэтилена стоят 30 рублей. Сумки действительно огромные и прекрасно подойдут, чтобы носить покупки из магазина «Светофор». Машины на колесах длиной 8,5 см стоят 105 рублей. Это своеобразные бигфуты, которые способны вставлять на задние колеса, и продаются они в разных цветах. Также в большом количестве продаются раскраски для деток. В основном тут выступают в качестве главных персонажей герои мультсериалов. Это Барбоскины, Мимимишки, Три кота, Тиг и Лео. Также есть раскраска, посвященная мультику «Леди Баг». Очень-очень много всего. И, к сожалению, наверное, каждую раскраску я вам показать точно не смогу. Интересные наборы для раскрашивания собачек, которые включают в себя 4 фигурки, а также 6 оттенков краски и кисточка. Называется «Мои домашние собаки». И вообще наборы разные по наполнению, по видам животных, и можно создать большую коллекцию. Посмотрите, на обратной стороне указаны все виды собак, которые есть в этой серии. И на этом моменте, когда я монтировала видео, я поняла, что я горе-обзорщик, и я, к сожалению, не нашла ценник, я его не засняла, и даже на скидку на память я вам сказать не смогу, сколько стоят эти наборы. Но постараюсь обязательно в ближайших видео исправиться. Светодиодные светильники беспроводные на солнечной батарее за 227 рублей. Вещь очень полезная для дачи, для гаража. У меня давно на гараже стоят подобные светильники, которые целый день заряжаются на солнце, а когда приходит темное время суток, они включаются. В каждом светильнике есть датчик движения, и когда на расстоянии 2 метров подходит человек, сразу же увеличивается интенсивность свечения.
Ну и, как всегда, в магазине большой выбор шоколадок. Среди новинок это злаковые батончики с кокосом. Упаковка из 5 штук стоит 40 рублей. Ну что, друзья, вот и все новиночки на сегодня. Надеюсь, вы нашли для себя что-то интересное. Приношу свои извинения, что на все виды товаров я озвучила ценники. В следующем видео обязательно все вам подробно покажу. Если видео было полезным, поддержите пальчиком вверх. Ну а также, если у вас есть свое мнение о тех или иных товарах, не стесняйтесь, пишите в комментариях, что вам нравится, а что нет.